Всем привет! Мы с вами еще не знакомы, меня зовут Денис. Ну или как меня многие называют, Дениска. Данное прозвище ко мне прикрепилось уже давненько. Все благодаря моим друзьям, с которыми мы, как и все нормальные дети, придумали себе прозвище. Причем самое первое мое прозвище было Первобеспалевный. Но я не буду говорить почему, пусть это останется загадкой. Или же вы можете написать свои предположения ниже в комментариях. Моя жизнь не только преподносит мне трудности, испытания, преграды, но также и забавные ситуации, из которых я выпутываюсь, довольно необычно или же очень-очень смешно. Именно поэтому я решил создать свой собственный канал, чтобы с кем-то поделиться своей историей. Историей, которая, возможно, кого-то научит, возможно, кому-то поможет не совершать моих ошибок, или же даст понять, что людям свойственно ошибаться, и без ошибок жизнь не будет такой интересной. Хоть мне всего 17 лет, да-да, мне 17, хоть и некоторые говорят мне, что мне 19 или 20, а кто-то говорит, что мне всего лишь 14 или всего 15 лет, но мне все-таки 17. Но несмотря на свои 17 лет, я могу назвать свою жизнь историей. Ведь в ней были победы и поражения, противостояние судьбе и ее испытаниям, трудностям и преградам. Самые счастливые моменты не без веселых ситуаций. Также я надеюсь, что мой канал, мои видео и истории помогут не только посмеяться, но и помогут научиться. Ведь мы учимся всю свою жизнь. Все мы разные. У всех есть свои секреты, тайны или просто истории, которыми хочется с кем-то поделиться. В том числе и у меня есть тайны и секреты, которыми по мере ведения своего канала я с вами поделюсь. И, возможно, некоторые из них повергнут вас в шок. Также я всегда буду рад с вами пообщаться. Знаете, я не из таких людей, которые зазнаются и перестают общаться с простыми людьми. Я буду всегда общительным человеком, которому может написать совершенно любой. В общем, с сегодняшнего дня я официально подтверждаю, что мой канал открыт и запущен в работу. В ближайшие дни я постараюсь выпустить свое первое видео. Спасибо всем тем, кто посмотрит это видео и подпишется на мой канал. Я буду усердно работать, чтобы мой канал смог вырасти, чтобы радовать все больше и больше людей по всему миру. Если ты посмотрел данный ролик и хочешь увидеть мое первое видео, то подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Я уверен, что мой канал вам понравится.